Так, всем доброго времени суток. Сегодня у нас вот такой вот пациент. Холодильник Хайер. Вот с такими двумя морозилочками. Это одна из первых моделей. Были еще сенсор здесь. Но здесь сенсор за дверью. Вот. Что с ним случилось? Накрылся компрессор. Здесь стоит компрессорный инверторный брака. Вот, чтобы не париться и не искать такой компрессор, предлагаю вот такой вот вариант. Смотрите, компрессор на 220 на 600 фреоне, HMK 95, замечательно сюда подходит. Что здесь сделано? Изначально у нас плата сама на 220, поэтому здесь на плате выпаиваем вот таких два резистора. Вот выпаиваем их, могу наглядно показать. Один резистор, а другой — это фильтр. Стоят они вот здесь вот возле релюшки, выпаиваем, потом выводим конец один. Там прям написано компрессор, его на самом деле нету, но мы его выводим и пускаем этот конец на теплуху. Теперь, так как 220 заходит у нас в инверторную плату, здесь вот есть такая фишечка, вот такая вот, мы берем, грубо говоря, 220, вот они заходят, и эти же 220 мы соединяем вместе. То есть синий у нас пойдет на пуск, коричневый вместе с коричневым соединяем, и здесь у нас идет вот такая вот, такой провод на теплушку. Ну, как всегда, я устанавливаю дополнительно пусковой конденсатор для хорошего пуска, и все в порядке у нас запускается. Могу наглядно продемонстрировать. Сейчас, секундочку. Так, сейчас все подключим. Компрессор у нас уже установлен. Осталось его только заправить. Вот. Поставили релюшку. Плату подвинем поближе. Пусковой конденсатор оставляем. Вот как-то так это все выглядит. Ну, естественно, это все соберется, аккуратненько закроется, но просто хочу показать фактически, как эта работа происходит, потому что после сборки уже трудновато мне будет объяснить. Вот сейчас закручу шредер, чтобы не засосало воздух, а потом продуем систему. Суккумируем. Так, ну что ж, включаем холодильничек. Все начинает работать в штатном режиме. Все проходит через релюшку, так же, как и нужно в обычном холодильнике. Потому что, еще раз повторяю, плата изначально она... Вот, пожалуйста, компрессор запустился. Ну, пищит ошибочка, аларм. Сейчас мы ее выключим. Вот такие дела, ребят. Долго гонять не буду. Выключаю. Вот. Кому понравилось видео, пишите. Если есть вопросы, задавайте. Буду рад помочь. Всем спасибо за внимание.